Итак, дорогие друзья, я остановил машину. Сейчас я прошел вдоль моста Мира. Ну вот, вы его видите у себя в кадре. Вот здесь у нас были раньше бары, рестораны, которые, как видно, в настоящее время ремонтируют и модифицируют. Что-то происходит на самом мосту, что ли, какие-то там подвески, какие-то опоры, что-то новое там повесили, непонятно что. Какие-то идут строительно-ремонтные работы. А здесь тоже какой-то бар. Не знаю, они работают или нет, но во всяком случае, раз они ночные бары, вот то самое плавсредство, о котором я вам говорил. Но я сейчас иду, кажется, на другом, меня ждут. Погода дождливая, поэтому нет особо спроса на эти катамаранчики. Соответственно, видите, людей тоже нет. Давайте сейчас пойдем дальше, посмотрим, что здесь у нас происходит. Там вот вы видите уже канатную дорогу, которая соединяет парк Площадь Европы, парк Рике с Нарикалой. И вот еще одно плавсредство идет на нас. Как раз. Вот. Такой речной трамвайчик. Речной мини-трамвайчик. Вот так, дорогие друзья, продолжение следует.